Сотни замечательных ребятишек в Курской области мечтают о новой семье. Среди них 11-летний Юра Воронов. 8-й год он живет во втором маковском интернате. Мальчик старательно учится и занимается спортом. Мы надеемся, что найдутся люди, которые смогут подарить ему любовь и заботу. В сердце Юры живут надежда и любовь. Каждый день он смотрит в окно и ждет. Ждет, что когда-нибудь в гости к нему придет добрый человек, возьмет за руку и заберет в семью навсегда. А пока душевное тепло и заботу ему дарят воспитатели и педагоги интерната. Мальчик мечтает о семье. И часто в беседе со мной, когда мы говорили с ним, беседовали о семье, беседовали, что такое семья, уважение, взаимопонимание. И вот ему хочется, чтобы его и мама, и папа и на море забирали, и в школу водили, и школу встречали. Юра очень жизнерадостный мальчик, но в последнее время улыбается он все реже. Он устал жить в сиротском учреждении. Я просто здесь долго нахожусь. Я хочу, чтобы у меня появились мама, папа. Хотела бы свою личную комнату, свой личный компьютер. Каждый ребенок должен иметь семью. Я бы хотела к родственникам Юры обратиться. У него есть тетя, которая на улице Косухина живет. Жаль, что никогда родственники, которые... У него есть никогда с 2005 года не навещали этого ребенка. Может быть, кого-то тронет судьба этого мальчика. Может, найдется человек, способный подарить Юре радость общения. Ведь это совсем не сложно. Мы искренне надеемся, что такой добрый, светлый, открытый парень все-таки найдет любящих родителей и узнает, каково оно, семейное счастье. Екатерина Худякова, Антон Судженко, телеканал 7.